Чё придумал? Чё придумал? А в третьем можно свой номер телефона свалить. Добро пожаловать на РМРП, в безжалостный мир криминальной Москвы в GTA 5. Выбери свою судьбу и присоединяйся к одной из мощных фракций. Получи доступ к самым крутым авто, чтобы проехаться по улицам Москвы в стиле настоящего бандита. Начни играть прямо сейчас, легко и быстро, с помощью наших уникальных систем для новичков. Увидимся на РМРП. Я закрою ее, чтобы не было видно. Вот, реальная настоящая ссылка на мой закрытый телеграм-канал, в котором сейчас там 7-8 человек, и они все выигрывали, потому что им попадались такие открытки в мерче. Полностью, конечно, весь код я показывать не буду. Я тут его как бы перенес. Вот здесь стрелочка, которая идет вот сюда, типа это продолжение, потому что все в одну эту не уместилось. Вот. Тебе просто нужно это будет вести потом в браузере, и тебя перекинет на мой закрытый канал по этой пригласительной ссылке. Все. Один получит эксклюзивную открытку со стрима, второй получит эксклюзивное приглашение ко мне в закрытый канал. Я буду, ну, ждать тебя там. Чё придумал? Чё придумал? А в третьем можно свой номер телефона спалить. Прикиньте, спалить свой номер телефона. Чё бы такое спалить? Чё бы такое спалить, чтобы это узнал только один подписчик? Чё бы такое спалить? Не, ну номер телефона это слишком жестко. Новую рубрику спалить? Так она завтра выйдет! Человек быстрее эту новую рубрику посмотрит, чем ему эта листовка дойдет. Номер Херейда? О, ну, вообще без проблем. Давайте подставим человека, чтобы он потом меня проклял. Идеально. Банковскую карту. Ребят, вы такие просто гении. Это просто кошмар. Да. Может, паспортные данные свои нафиг спалить? Номер машины. И что, если я спалю номер машины, что это вам даст? Псы. Да как я тебе на карточке трусы спалю, дурачеллы! Ребят, я вам открою огромный секрет. То, что вы узнаете номер моей машины, вам не даст от слова совсем ничего. И я его скрываю лишь для того, чтобы люди не орали в чате. Он не замазал твой номер! Только поэтому я его замазываю, чтобы вы меньше орали. Но то, что я вам скажу номер машины, вам нифига это не даст. Не, я не знаю, ну, типа, я больше не знаю, что можно здесь спалить. Я бы спалил свой номер телефона, тогда придется его менять. Может, запасной номер телефона? IP-сервера? То, что я спалю IP-сервера, ничего не даст. Человек не сможет зайти, даже если знает IP-сервера, потому что я его не добавил на сам сервер. Свой рост, 177. Спали промокод для мерча. У меня нет промокода на мерча. Не, ну я больше не знаю, что спалить, честно. Спали название кафе, где ты кушаешь. Нет. Каждый раз, когда кто-то меня просит сфоткаться, когда я иду в свое кафе, где я кушаю, когда я ем в кафе, где я кушаю, когда я иду из кафе домой, где я кушаю, я никогда, нигде, ни с кем не фоткаюсь. Я всегда всем отказываю, потому что я там кушаю. И я там гуляю. Я просыпаюсь с какашками в глазах, иду гулять с Марти вот такой вот нифига в жизни соображая, ем и возвращаюсь домой. И я не... Вот 5 дней назад меня встретили возле моего подъезда 2 подписчика и тянут мне руки. Здорово, Эдисон! Я просто на них смотрю и говорю, я здесь не Эдисон. Я это миллиард раз уже говорил. Я выхожу из своего дома, я... Обычный жилец этого дома. Я очень рад, что вы меня узнали, но не подходите. Кивните мне, помашите, я вам кивну в ответ. Я буду знать то, что вы меня узнали, но это вот та личная территория, те личные границы, где меня не нужно беспокоить, потому что я здесь живу. И у всех должны быть личные границы. Я здесь живу, поэтому я здесь не фоткаюсь. Наверное, логично, почему я здесь не фоткаюсь. Если нет, я могу сказать... Какую-то лабуду в чате, честное слово, вот это вот предлагаете. Спали свой город, Новосибирск. О, спалил, как теперь ты меня, найди меня здесь давай. Я могу сюда написать свою почту и секретное слово. Смотри, человек получает эту открытку
пишет мне на почту, которую я указываю, вот это секретное слово, чтобы я понял то, что он получил эту открытку. Он пишет секретное слово, и я ему на карту скидываю 2000 рублей. Как вам такое? Как вам такое? То есть здесь будет сверху почта, куда надо писать, здесь будет секретное слово, которое нужно написать на эту почту. Я каждый день проверяю свою почту, и я потом увижу это сообщение на почте, попрошу у человека данные, куда можно скинуть деньги. Прикинь, человек купил, условно, футболку на сайте за 1000 рублей, он выигрывает вот это. Я его с этим поздравляю и скидываю ему в ответ 2000 рублей. То есть он получил еще и мерч, и сверху еще 1000 рублей наварил. Просто два куска на карту ему скину. В чате говорят, лучше мерч. Так нет, человек уже купит мерч. Чем больше он купит, как бы, тем больше шанс получить вот эту вот открытку. Он купит мерч, и если он получит открытку, я ему перекину 2000 рублей. Давайте, я напишу сюда почту. Надо придумать секретное слово. Можно свой номер телефона свалить. 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 Можно свой номер телефона свалить.